Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Роми Мугаев. И я безумно рад сообщить вам о создании новой интернет-площадки под названием Якбунь ТВ. Одной из передач на этой интернет-площадке будет передача под названием «Рауш Ужияна Курден Советы Бэре», где буду я, соответственно, ведущим. В данной передаче мы будем рассказывать о жизни, быте, культуре простых людей и людей, добившихся успехов в определенных своих областях. Будем ходить в гости, будем посещать свадьбы, мероприятия и рассказывать о жизни наших курдов постсоветского пространства. Дорогие друзья, сегодня мы в гостях у председателя молодежного крыла Федерации курдских общин Мамедова Ибрагима Филитовича. Уважаемый Ибрагим Филитович, наши зрители и в частности я немного хотели бы узнать о вас. Не могли бы вы нам рассказать о себе? Ну, во-первых, здравствуйте. Мне очень приятно видеть вас у себя в гостях. Я в первую очередь хотел бы поздравить телеканал Якбунь ТВ, пожелать процветания, развития. Это хорошее начало, и этому началу я хочу пожелать, чтобы все дальше и больше развивалось, и чтобы наш народ мог самореализоваться в культурной сфере, обычаи, традиции, чтобы это популяризировалось, сохранилось и смогли передать следующему поколению. Поэтому я от души поздравляю телеканал Якбунь ТВ. Роме, огромное спасибо вам, мне очень приятно. И вам хочу пожелать, конечно, личностного роста на этом телеканале, как ведущего. И всех благ и успехов. Со своей стороны хочу сказать, что мы только всячески будем вас поддерживать, чем можем, советом, делом. Постараемся не подвести вас. Да. Насколько нам известно, существует Международная федерация курдских общин. Что бы вы могли рассказать нам о ней? Ну, Международная федерация курдских общин, она вот как несколько лет образовалась. Это, скорее всего, естественный порыв, это естественный процесс даже. Да? Этот орган представляет как раз-таки все наши общины, находящиеся на постсоветском пространстве. Как вы знаете нашу историю, то есть все мы, в принципе, 80 лет назад, 90 лет назад были с одного места. Мы находились на территории Закавказья, проживали, да, и вот, к сожалению, попали под сталинские репрессии. Наши дедушки, бабушки, они подверглись гонению, ссылкам и раскидало нас по всему вот постсоветскому пространству в тот период. Многих переселили на территорию Средней Азии. Да, это вот Казахстан, Киргизия, часть в Узбекистан. Вот, после уже вторая волна была переселения 80-90-х годах, когда Карабахский конфликт был в Армении, Азербайджане. И тогда многие наши соплеменники мигрировали в Российскую Федерацию. Но тем не менее, все мы... Дети одной семьи. Поэтому Международная федерация курдских общин – это тот орган, который представляет нас. Представляет. Как, нас как отдельную часть курдского общества. Да. Нас немало. У нас очень такая серьезная община. И если даже брать историческую родину, да, то курды постсоветского пространства, ну, это не менее миллиона человек, не менее. Возможно, и более, но четкой переписи нет. Но, тем не менее, мы как бы внутри диаспоры, мы знаем, что да, от миллиона и выше. Есть в Азербайджане немаленькая наша диаспора, но уже, к сожалению, часть ассимилировалась, они уже не знают родного языка. Поэтому мы бы хотели, чтобы нас не постигла та же участь, все-таки на целью нашей федерации это сохранить наши обычаи, традиции, да, и передачи следующему поколению, чтобы мы это смогли. При Федерации курдских общин создан YouTube-канал Якбунь ТВ. Почему именно название Якбунь? Спасибо, очень интересный вопрос, конечно. Мы долго обсуждали в рамках федерации, разные названия предлагались и разные названия обсуждались, но в итоге все сошлись к тому, что Якбунь – это олицетворение единства. Единство – это в любом деле, единство – это то, что позволяет народу сохраниться, сохранить культуру, обычаи, традиции и передать следующему поколению. Это название, которое сегодня воплощает в себе
цели и стремления нашего народа. Как говорил один из легендарных курдских писателей Ахмед Хани, единство – это лекарство курдов. Я думаю, каждый из нас с этим полностью согласен, это доказано временем. А что именно вас побудило создать Якбун ТВ? Программа, которая вроде бы объединяет, обещает объединить аспекты жизни курдов всего постсоветского пространства. Ну, вы знаете, наверное, это потребность, это уже назрело, эта потребность. Сегодня мы пришли к тому, что нам не хватает информационной площадки. Нас разделяют расстояния. Кто-то проживает в Москве, кто-то в Санкт-Петербурге, кто-то на Северном Кавказе, кто-то на Кавказе. Мы в Казахстане, наши соседи в Киргизии, есть кто-то в Узбекистане, в Белоруссии, на Украине. И нужна какая-то информационная площадка, которая могла бы, ну, не пересекая какие-то территориальные расстояния, да, то есть мы могли бы получать информацию, видеть быт, жизнь, культуру и обмен этими ценностями. Вот, как вы в целом можете описать сегодняшнее положение дел, связанных с нашей культурой? Вот, например, нам известно, были такие моменты, например, в середине прошлого века, когда курдское культурное сообщество в целом выдавало огромные всплески произведений песен, литературы, художественной, научной. Не считаете ли вы, что сегодня наша культура испытывает дефицит талантов среди нашей молодежи? Вы знаете, это тоже один из импульсов возникновения и создания этой нашей международной федерации, потому что в рамках этой федерации у нас создано молодежное крыло Федерации курдских общин, где мы как раз запустили проект. А проект на выявление талантливой курдской молодежи. И этот проект, он сегодня уже реализуется в жизни, и в ближайшем будущем, наверное, уже будут претенденты, которые... То есть вы уже работаете над этим? Мы уже, да, уже работаем над этим. Есть анкета, есть... В скором времени в соцсетях будет, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках, там, в ВКонтакте, там, где молодежь вращается, мы там будем тоже позиционировать нашу федерацию и при этом обратную связь давать, где могли бы наши молодые, талантливые молодые проявить получить себя, показать себя и получить поддержку от Федерации курдских общин. Да. Это очень благоприятная новость. Я думаю, среди нашей молодежи есть все-таки много талантов, которым просто не хватило в свое время, своевременно не оказана была поддержка и некий толчок в будущее. Безусловно. Потому что одного желания, конечно, это... А я думаю, всегда, это мое личное мнение, что желание – это полпути, а полный путь – это когда тебе еще оказывают поддержку, элементарно твоя семья. Я думаю, мы станем большой семьей, которая будет иметь возможность оказывать поддержку в продвижении талантов среди всех курдов постсоветского пространства. Надеемся, так и будет. Мы более даже не надеемся, мы уверены, что так и будет. Мы над этим работаем, мы к этому идем. Вот еще тоже интересный вопрос. Почему программа «Якбун» выбрала аполитичный путь развития на самом этапе становления? Ну, вы знаете, мы вне политики. Международная федерация курдских общин, повестка ее – это культурная составная. Сохранение обычаев, традиций. Вот то, что от наших предков нам передано, сохранить и передать нашему поколению, следующему. Это культура, это наши традиции. И это... дорогого стоит, и это и есть наше богатство, но мы вне политики. Ну, еще, как я слышал, Якбун ТВ, оно позиционирует себя как молодежный портал. И я бы хотел услышать именно ваше мнение, как председателя, о том, какой должна быть курдская молодежь 21 века. Ну, не совсем уж молодежный портал, Якбун ТВ все-таки это... YouTube-канал при Международной Федерации Курдских Общин под руководством князя Ибрагимовича Мирзоева. У нас медиа-холдингом занимается Хажар Шамильевич. Это очень замечательный и увлекательный человек, который на самом деле с колоссальным трудом делает все эти работы, связанные с каналом. Вот. А мы, как молодежное крыло Федерации Курдских Общин, хотим воспользоваться этой площадкой, потому что сегодня молодежь в интернете. Молодежь активна в интернете. И мы хотим воспользоваться этой площадкой для того, чтобы наша молодежь была привлечена, заинтересована.
для популяризации курдских ценностей, традиций, обычаев, вот, развития и выявления талантливой курдской молодежи для того, чтобы в последующем оказывать им содействие и поддержку в росте и продвижении. Я думаю, вы как председатель молодежного крыла своим личным примером тоже должны подталкивать нас на благие дела, и чтобы мы всегда ощущали вашу поддержку за нами и под вашим руководством добивались тоже, покоряли большие вершины в будущем. Надеемся на плодотворные работы. Спасибо огромное, Роме. На самом деле наши двери всегда открыты, и мы всегда рады помочь и поддержать хороших ребят. Мы, наша пропаганда – это образование. Мы хотим, чтобы наш народ был образован, чтобы были специалисты разных отраслей, чтобы знали свой язык, чтобы знали свою культуру, чтобы знали обычаи. Потому что наши предки, эти обычаи и традиции у них сформировались столетиями и тысячелетиями. Там уже все испытано, там уже все проверено. И они в себе несут вот только яркое, ясное и ценностно-целостное, культурное нашего народа. Поэтому мы хотели бы то, что... Вот, очень богатое. Да, сегодня то, что нам передано, это сохранить и передать следующему, будущему поколению. Угу. Проживая в городе Алматы, у нас, будучи студентом, у нас здесь были курсы курдского языка, танцы, фольклор. И ну, студент это такая каста любознательных. Мы как раз это вот все больше пытаешься все познать, узнать. И вот в том числе я посещал курсы курдского языка, на фольклорные танцы ходил, изучал танцы, вот, усердно учил, читал и знакомился с литературой курдской, историей. И вот в этот период как-то вот было такое формирование, изучение. Сегодня, да, слава богу, я знаю курдский язык, я прекрасно изъясняюсь на нем, а понимаю хорошо, могу читать и писать. То есть, да. Фильмы смотрите, полностью понимаете? Да, да. Книги читаете, тоже понимаете? Да. Я думаю, к этому должна и стремиться наша... Именно почему я ставлю даже акцент на молодежь, потому что более взрослое поколение, оно как бы помнит язык. А мы уже, даже если в большинстве своем понимаем, можем говорить на своем языке, но мы говорим на бытовом языке. Даже вот лично мне не хватает немножко именно грамотно излагаться на языке. Не только бытовом. Дорогой Роме, и сегодня мы предоставляем такую возможность и в рамках Международной Федерации Курдских Общин, и в рамках Ассоциации курдов Казахстана Барбанг. Сегодня у нас, например, в городе Алматы, город Тарас и в иных местах компактного проживания курдов есть специальные факультативы изучения курдского языка, есть преподаватели. У нас есть, мы это обеспечиваем, мы организуем. Это при вашей поддержке, да, 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 мы это предоставляем для того, чтобы желающие могли посещать язык, танцы, фольклор, театр, искусство, быт, культуру, все, то есть все это мы, эту возможность предоставляем. Главное, чтобы у молодежи было желание. На самом деле, это большое дело, и пользуясь случаем, я думаю, нужно сказать, что дорогие наши друзья, молодое поколение, как сказал Ибрагим Филитович, для тех, кто хочет овладеть курдским языком, мы оставим ссылки для обратной связи, можете связываться. И при большом вашем желании вам помогут, обучат. И я сам лично буду ходить для подтягивания своего языка, чтобы более грамотно мог на нем излагаться. И, конечно же, когда интересно читать литературу, чем больше мы будем читать, тем образованнее мы станем, тем быстрыми шагами мы будем идти к нашему прекрасному будущему. Я думаю, поэтому будущее за нами, за молодым поколением, при поддержке таких людей, как наш председатель Молодежного крыла Федерации. Федерации курдских общин Ибрагим Филитович. Также есть много людей, которые оказывают поддержку. Я думаю, мы придем все когда-нибудь к одному общему чему-то хорошему. И мы призываем молодежь к изучению и сами будем изучать. Сегодня Федерация предоставляет большие возможности для развития нашей культуры, для развития наших, я думаю, вы со мной согласны, будут и танцевальные кружки созданы. Да. Я думаю, будут созданы танцевальные кружки, где каждый может проявить себя.
в дальнейшем, дай бог, будет и помощь в продвижении спортивных навыков. Лишь бы с вашей стороны, дорогие друзья, лишь бы желание, а сзади поддержку вам на сегодня уже эта поддержка есть, и она будет развиваться и предоставляться. От вас только желание. Ссылки для обратной связи мы оставим внизу под видео в описании. Я думаю, на этой прекрасной ноте нам уже можно закончить интервью. Я безгранично рад знакомству с вами. Взаимно. Я очень сильно вам благодарен. Спасибо вам. Иногда за столь короткий промежуток времени несколько раз уже говорил судьбе спасибо. Я очень рад, когда меня судьба знакомит с такими очень хорошими, грамотными, образованными людьми, как вы, которые умеют высказать свою точку зрения. Я думаю, наше знакомство должно послужить плодотворному, быть плодотворным для нашего общего будущего, для будущего наших детей на территории постсоветских стран и, в частности, нашего любимого Казахстана. Я очень вам признателен, благодарен. Спасибо большое. Спасибо вам. Я вам желаю удачи, успехов и процветания.